three. Here. No, I'm not a writer. Okay. Ребята, всем привет! Сегодня у меня 1 сентября. Да, Катюшка идет на линейку. Первый звонок будет у нас сегодня. Вот такая вот, она красивая, с цветочками, да? Угу. Класс. Я подарю учителю такие. Да, как зовут твоего учителя? Татьяна Трофимовна. Катя, тебе хочется в школу? Да. А как ты думаешь, что тебя там ждет? Учебники. Учебники? Читать. Новые друзья, да? Да. Много чего интересного, необычного. Новые умения. Ой, мальчик летит. А ты знаешь, что первый класс – это надолго? Ты аж будешь 12 лет в школу ходить, представляешь? Да. Да. Хочется? Да. Пришли сюда мы малышами, держа в руках цветов букет. А папы, мамы волновались, давали мудрый нам совет. Но время быстро пробежало, и повзрослели мы чуть-чуть. А так хотелось детским взглядом на школу нам еще взглянуть. Чувствуешь себя я мамой первоклассницы? Мне кажется, я сама первоклассница. Как будто я снова пошла в школу. Такая дрожь внутри. Очень переживаю за Катю, да. Так Катя смелая, у нее все, знаешь, как получится? Она весь класс повела за собой. Да, смелая, красивая. Чем они сейчас там занимаются, интересно? Их знакомятся с школой, я думаю. Да? Да.